Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о завтраке. Эту идею мне подал один из наших подписчиков. Вот текст, который он мне написал. Когда я прочитал его сообщение, я подумал, что действительно это важная и интересная тема. Прежде чем мы о ней будем говорить более подробно, я вам сразу, скажем так, поставлю все точки над «и». Почему я как бы взял на себя, ответственность говорить о завтраке, какой завтрак полезен, что лучше и тому подобное. Дело в том, что каждый профессиональный повар может себя смело называть диетологом. Мы знаем пищевую ценность каждого продукта. Как правильно сочетать продукты так, чтобы человек, который будет кушать наше блюдо, не заболел. В какое время дня, суток, скажем так, завтрак, обед или ужин, что подавать, какое составлять меню. Поэтому, в принципе, я эту тему достаточно глубоко знаю. Мы приготовим сбалансированный завтрак, в котором у нас не будет совершенно животных жиров. Мы с вами будем использовать оливковое масло, вот это замечательное виноградное масло. И все ингредиенты, которые вы видите у меня здесь на столе. Нам нужно 300 миллилитров воды. Сразу бросаем сюда 4 ложки овсяной каши, зубец чеснока, половинку луковицы и кусочек лаврового листа. Все это дело доводим до кипения. Наша кашка закипела. Заводите в среднем 5 минут и варим ее на маленьком огне. Вот посмотрите. То есть она у нас с вами получается не густая, слегка как бы похожая на суп. Вот сейчас через 5 минут она станет, конечно, погуще. Благодаря тому, что мы с вами положили чесночок, лучок, лавровый лист, наша каша теперь пахнет уже совершенно иначе. Она не просто пахнет кашей, она уже пахнет настоящей и вкусной едой. Ту, которую хочется кушать. Кстати, лавровый лист, вот он у меня поварился пару минут, я его убираю. Так, наша кашка пусть варится. Давайте начнем готовить наши ингредиенты. Использовать немножко орехов. Я возьму вот миндальный орех и лесной. Вы прекрасно знаете, что эти орехи невероятно полезны. Много не надо. Старайтесь сделать такой завтрак и такое количество, чтобы вы с удовольствием скушали, ничего не выбрасывали. Яблочко. Не забудьте его помыть. Этот завтрак готовится очень быстро. Вот такая вот у нас кашка. Так, убираем лучок. Где у нас чесночок? Если останется, это ничего страшного. Выключаем плиту. Добавляем пол чайной ложки тростникового сахара. Именно тростниковый сахар. Совсем немножко сахара. Немножко соли. Это у меня морская соль, натуральная. И гималайская розовая соль, тоже натуральная. Я их сделал 50 на 50. И чуть-чуть добавляю. Сильно не нужно солить. Соль все-таки вредна. Но посолить чуть-чуть надо, потому что если вы на воде делаете кашу, она все-таки должна иметь какой-то вкус. Следующий момент. Мы с вами используем чайную ложку нерафинированного оливкового масла, extra virgin. Обратите внимание, я наливаю его уже в готовую кашу. Где-то вот так вот. Виноградное масло. Можно еще и льняное масло, то есть сделать прям такой микс. Тоже оно обязательно должно быть нерафинированное. Чуть-чуть. В итоге у нас с вами получается где-то столовая, 1,5 столовых ложки. Все это смешали. Нерафинированные масла, которые не прошли термическую обработку, они сохраняют все питательные вещества и элементы. Все, скажем так, все, что Господь Бог нам послал в этом масле, все там. Конечно же, можно и готовить на этих маслах, как я уже говорил в наших предыдущих видео. Но, когда мы его нагреваем до температуры 150, 170, 200 градусов, да, прекрасно, мы можем на нем жарить, но добрых 70% всех полезных веществ, которые есть в этом нерафинированном масле, они, конечно, пропадают. Поэтому, если вы хотите по-настоящему получить все,
Самое важное, что есть в нерафинированных оливковом масле или же вот виноградном масле, используйте его вот такое, какое оно есть. В готовую теплую кашу просто добавили маслица, размешали, все. Наша каша готова. Кушать ее нужно немножко погодя. С кипятком ее не нужно. Я же уже вам говорил, нам нужно завести наш двигатель, наш желудок. Поэтому температура каши должна быть приблизительно температуры вашего тела. Давайте начнем накрывать на стол. Итак, вот смотрите-ка. Приблизительно таким вот образом мы сервировали кашку у тебя в ресторане. Я добавляю сюда немножко орехов. А вот это вот у меня сухая смесь зеленого лука, обычного лука и сладкой паприки. Для того, чтобы это было красиво. Вот так вот мы с вами сделаем. Теперь мягкий творог. Берем полную столовую ложку творога. Старайтесь брать не жирный творог. Если любите творог, добавьте больше. Ну вот у меня здесь где-то получается большая столовая ложка. Я добавляю сюда яблочки. Чайную ложку меда. Ну и клубничку. Ну вот, друзья, вот у нас с вами вот такой получился завтрак. Давайте поговорим о наших жирах, белках и углеводах. У нас с вами в нашем супчике, скажем так, в нашей кашке, растительные жиры. Жир необходим для того, чтобы была хорошая проводимость витаминов для нашего организма. Затем давайте поговорим о углеводах. У нас здесь два типа углеводов. Это простые и сложные. Что такое простые углеводы? Это фрукты, это мед. После того, как мы с вами просыпаемся утром, у нас с вами возникает дефицит глюкозы. И вот именно простые углеводы, они быстро всасываются в нашу кровь. Они восполняют нехватку глюкозы. То есть ваш мозг, скажем так, утром, который нуждается в питании, он сразу получает все, что ему необходимо для нормальной функциональной жизнедеятельности. Есть сложные углеводы. Это наша каша. Она будет перевариваться нашим организмом в течение часа, полтора, двух. Вам хватит этого времени до следующего приема пищи. Кстати, растительное масло, которое мы с вами добавили в нашу кашу, оно тоже дает энергию. Но она будет перевариваться и давать энергию еще дольше, чем наша кашка. Поэтому у нас с вами получилась замечательная, скажем так, энергетическая бомба. От этого завтрака у вас не будет тяжести, у вас не будет изжоги, вы будете чувствовать себя очень хорошо. Теперь по поводу белка. Белок у нас представлен в виде творожка. Что такое белок? Белок – это строительный материал для нашего организма. Поэтому мы сейчас с вами получили все необходимое. Плюс орешки, конечно же, это дополнительные минералы. Это завтрак чемпиона. Это завтрак нормального человека, который хочет быть здоровым. Ну что, друзья, надеюсь, что вам эта информация была интересна, полезна. Увидимся в следующий раз. Пока!